Крымская делегация приехала в город Видное 6 декабря, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Гости посетили божественную литургию в Александро-Невском храме, после чего отдали дань уважения погибшим в боях на полях сражений во время Великой Отечественной войны. «Всякому прегрешению, вольному и невольному». Председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль показал крымчанам Аллею Славы, Георгиевский храм и другие значимые места города Видное. После небольшой экскурсии гости поделились своими впечатлениями. Впечатлений море много. Мы их постараемся в Крыму рассказать нашим коллегам, крымчанам, землякам, чтобы они знали, что Московская область – это свято чтит прежде всего память тех, кто отдал свои жизни, защищая нашу родину. И не только о таких больших городах, но и в районных центрах, муниципальных образованиях всех уровней. Пообщавшись с жителями, члены делегации пришли к выводу, что видновчане по-настоящему любят свой город, отмечают его особенности и чтут устоявшиеся традиции. Следующая остановка – Совет ветеранов Ленинского района. Приезд коллег из другого региона – хорошая возможность обменяться опытом и обсудить вопросы развития отношений между ветеранскими организациями. Стоит отметить, что накануне в Мособлдуме было подписано соглашение о сотрудничестве между подмосковной и крымской ветеранскими организациями. Сам тот факт, что в составе делегации, которая сегодня вот в Ленинском районе, председатель Совета ветеранов Ленинского района Республики Крым находится, то мы не только на уровне области с Республикой Крым, а и на вот муниципальном наших ветеранских организаций и так далее, будем выстраивать такие планы, графики, и они обязательно, думаю, будут реализовываться уже в ближайшее время. Подтверждение этому – встреча крымской делегации с главой Ленинского района. Олег Хромов рассказал об истории муниципалитета и, в свою очередь, выслушал рассказ о создании ветеранской организации Крыма. Также глава отметил большую роль в развитии двухсторонних отношений председателя Московского областного совета ветеранов и жителя города Видное Виктора Пикуля. Сегодня, встречаясь с руководством Совета ветеранов Республики Крым и района побратима Ленинского района Республики Крым, мы как раз обсуждали вопросы вообще необходимости и целесообразности взаимодействия между субъектами Российской Федерации и муниципалитетами, соответственно, субъектов Российской Федерации. По окончании встречи Олег Хромов вручил почетным гостям памятные подарки. Мы стараемся везде все позиционировать с брендом нашего района. И у нас город Видное, Видная зима. А крымская делегация в ответ пригласила руководство нашего Ленинского района посетить Ленинский район Республики Крым в следующем году. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.